Итак, после того, как мы отработали вот эти перемещения, связанные это у нас как и освобождение от захватов, и как блок выяснилось, сан, здесь у нас срыв с контролем, майгири немножко приподнялись, мы делаем отшаг по дзенкуцу, и по закругленной траектории мороты хайта учи. У нас вьянцу это есть, за счет сборки живота это отдельная очень интересная наработка идет. И тут же мората цуки дзюдан, уровень глаз. После того, как вы сделали мората цуки, тут же коротко подняли чуть выше глаз и тут же раскрыли ладони. Ич, ни, сан, си. Примерно вот отсюда закрываем, фиксируем. Затем делаем перешаг, быстрый поворот. И уже из этой позиции, вы делаете... Давайте сначала сделаю. Ич, сан, си. Так, что у нас было вот это? Ич, ни, сан, си. Вошли. Ич, ни, сан, си. Перешагнули. Уже из этой позиции у нас мороты хайта учи. Раскрыли. Ич, ни, сан, си. У нас была позиция... рук, вот отсюда по закругленной траектории мороты хайта учи. Обратите внимание, большой палец поджат, цуки подняли, тут же раскрыли вот это сильное движение кулаками и тут же с контролем выходим на удар кулаком позиции гяку. Перешагнули, ос-ос, ч-ни-сан-си, сборка живота. Итак, во-первых, на что я обращу пока без партнера, у многих возникают сложности вот с этим движением. Ладонь, видите, должна пройти по сгибу. Поэтому вы просто нарабатываете. А еще здесь, видите, вот эта осадка есть. Вот это. Потому что у кого так проходит, кто-то не фиксирует. Поэтому просто это понарабатывать. Можно с шагами, с техникой. За одной стойки наработать. Тем не менее, вот как применяется хайта учи, мы рассматривали в ката янцу. То есть это атакующее действие, можно его как контратакующее действие. И тут же удар. Здесь более-менее понятно, что удар у нас здесь идет в шею, точнее в область уха. Вот здесь височная, не височная, а под скувренью скулы, но с стороны ушей. Вот. А вот дальше не очень понятное вот это движение, которое можно трактовать как принцип ослабления захвата. Конечно, вряд ли у вас на улице вы будете ходить вот так вот, схвати меня за руки, схватай меня, да, и вы вот здесь делаете вот это освобождающее. Но тем не менее, этот принцип можно использовать в разных вариантах, когда вас хватает уже в конце удара, вытянуты руки, здесь схватила за руку, допустим, такой вариант, да? Здесь один из вариантов, как раз, может быть, я до конца выпрямляю руку, выпрямляю и могу сорвать захват. Либо сейчас снизу, сверху захвати, да, сверху тоже, видите, здесь я ослабляю захват, а дальше... Вот это движение по кругу можно уже в самых разных вариантах использовать. Либо просто вот этим движением раскрыл, ударил, либо довел, там уже какие-то болевые. Давайте рассмотрим разные сейчас варианты. Итак, вот левую руку, хватая снизу вверх, как тебе удобно, любой рукой. Отсюда сверху захватили, да? Я могу просто вот этим ослабить захват, вот. И тут же перейти на круговое движение, она очень хорошо, видите, здесь уже видно, как она работает. Вот. То есть я бы отсюда сразу засовывал в ребро тюсоку. Другой вариант захвата. Вот отсюда. Тоже первое действие. Я слегка ослабляю захват, пошел по кругу, я опять одно и то же делаю. И видите, что выходит вот сюда на боевую. Опять же у нас раскрытая, либо отсюда, либо... Пусть она даже держит, я контролирую позицию. Пробую разные варианты, чего еще не делаю. Отсюда, да? Приподнял. Ну, в принципе, здесь уже сразу сорвал. Здесь, видите, очень хорошо как раз этот принцип работает. А здесь бы я прихватил руку. Двумя руками. Да, вот одну руку прихватили меня, да? Держи сильнее. Вот первое, я немножко нарушил ее структуру вот этим действием. А дальше круговое движение, которое у нас и в ката-тенсе. Держи сильно. Вот, видите, у меня ее завязывают руки. Да?
Могу не ждать, пока она захватит. Держи сильно, как можешь. И у нее опять две руки завязаны, у меня все руки, ноги свободны. Разные варианты. Ну, опять же, это может быть и когда вы пытаетесь захватить, вас за две руки захватили здесь, да, тоже. Тоже это близко к тексту. Первое, вот здесь я немножко уж сорвал, а дальше вот я бы начинал круговое движение вот здесь делать. А здесь локоть, допустим. Ну и то, что мы показывали, это редко, когда вас за две руки так что подали. А вот за одну руку, когда вот здесь раз, схватил быстро, да? Ну, двумя руками сразу. Первый раз поднял. И потом пошел животом. Я специально медленно делаю, сильно держу, да? Угу. Вот, пошел движение. Видите? В принципе, я не буду до конца бороться, у меня уже цели есть. Одной рукой чуть приподнял, и пошло движение. Вот мне, я бы до сюда доводил уже, здесь его конструкция нарушается для короткого удара. Либо здесь. Другой рукой. Вот, видите, выход. Опять. То есть небольшое, короткое освобождение захвата, которое, вот, видите, чуть ослабил. А дальше контроль по кругу. Это вот то, что мы с вами делаем. Ични, санси. Но если совсем близко к тексту, то здесь, может быть, как там раньше у самураев были такие луковки. И здесь после этого брали вот так за луковку и так. Вот. Ну, сейчас мы все такие коротко стрижены. Хватать не за что. Но, в принципе, как один из вариантов, здесь может быть вот такие все вещи. Я не буду сейчас показывать. Ну, это уже такие, скажем так, не всегда пройдет. И нужно обладать силу. Быка так не заломаешь. А вот такими движениями можно. Давайте попробуем вот эти варианты. Я сейчас подойду, помогу. Нос.